Всем привет! Сегодня выдался у меня свободный денек. Вот решил устроить прослушку. А заодно и записать вам одни из любимых связок для Сабры 9038 Pro, а также для 9018. Они, в принципе, схожи по звучанию. Вот. Это у нас студийный операционный усилитель от американской компании Sparkus Lab 2590 модель. И совместно с Musus'ом 02. Также у нас вторая связка — это Musus 03 и гибридный операционный усилитель на дискретных элементах Альфа 402. Я записал кое-какие сэмплы, записал на конденсаторный микрофончик. Да, он бюджетный, но все равно даст вам понимание характера звука. Сейчас я нарежу сэмплы, и вы послушаете. А я в конце дам кое-какие пояснения по этим связкам. Про эти связки я уже упоминал много раз в различных роликах. Вот, ну, теперь вы ознакомитесь с ними сами. Итак, обязательно одеваем наушники, чтобы моя комната не наложилась на вашу комнату. Ну и в наушниках будет, естественно, более понятно все. Итак, поехали. We'll be right back.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Итак, что я хочу сказать вам, да, вот давайте возьмем сначала вот эту связку. У нас в фильтре низкой частоты будет стоять вывод у нас через СА, соответственно, в фильтре низкой частоты я ставил Spark Slab, в преобразователь ток напряжения Muses 02. Сам по себе вот этот операционник, он очень нейтральный. Я бы его не рекомендовал в бюджетные системы, я бы его не рекомендовал новичкам, те, кто еще не поняли, какой хотят звук, те, кто еще не знают, что они хотят, да. Этот операционник, он не зря позиционируется как студийный, он очень нейтральный, очень детальный, не во всех он схемах играет, не во всех ЦАПах он играет. Но вот одна из самых лучших с ним связок, именно в Сабре, это вот Muses 02 и, соответственно, 2590, этот операционник. Данная связка, она очень нейтральная, очень детальная, не вносит каких-либо окрасов в звучание, достаточно хорошо сбалансирована, но, опять же, повторюсь, это как ее плюс, так и минус. Из опыта я понимаю, что не все люди хотят звук без приукрас, не все люди хотят нейтральное звучание, кому-то хочется басов побольше, кому-то хочется поглубже звучание. Вот эта связка, она, ну, условно, абсолютно не красит звук. Вот. Так что имейте в виду, очень хорошую детализацию дает Sparkus. И вот сочетание с Muses'ом, Muses он такой тоже нейтральный, а дает хороший объем. Sparkus дает детализацию, вместе у них получился хороший симбиоз, достаточный объем, достаточная линейность, очень детальные высокие частоты, все тембры на своих местах. Далее, это у нас связка Muses 03 и Альфа. Альфа у нас преобразователь ток напряжения, 03 фильтр низкой частоты. Тоже очень сбалансированное звучание, но данная связка, она чуть более аналоговая. У нее чуть больше фундаментальности, чуть приподнят мид-бас. Очень хорошо передается нижняя середина, такая вот она плотная, объемная. Бас-гитары за счет этого хорошо слегка подчеркивается. Вот, тоже она очень детальная, тоже, я бы сказал, сильных окрасов я каких-то не заметил, но вот по подаче она чуть более аналогово слышится, чем со студийным Sparkus'ом. Чуть более так объемнее, чуть более поглубже. Тоже вот очень-очень хорошая связка. Вот эти две связки одни из моих любимых. Вот. Я вам визуальный пример покажу. Смотрите, вот Альфа и Muses 03, вот 2590 и Muses 02. Это я записанный на микрофон сэмплы выложил на рабочую зону. Да? Вот смотрите по пикам. Вот их видно. Вообще две связки очень хорошие. Это две мои любимые связки в Сабре. Смотрите, вот пики, да? Это у нас Альфа и Muses 03. Пики на ударах мидбасовых, они больше тут. У Sparkus'а они чуть меньше.
Sparkus, он более детальный, он более лучше прорисовывает высокие частоты, да, у него детальность на высокие частоты, воздуха больше. У Альфы чуть более лучше выражен мид-бас в его области, высокие частоты у нее помягче немножко. Вот, хотя тембрально они обе эти связки очень хорошие в сабре. Микрофон наверняка просто не передаст вот это вот послезвучие высокочастотное, да? Но вот визуально я вам показываю, что мидбасовая область, она лучше отрабатывается у Альфы и у Мьюзус 03. И высокий частот у нее помягче. У дискрета 2590 и Мьюзус 02 чуть лучше проработаны высокие частоты. Хотя и низкие частоты здесь тоже отлично прорабатываются, да, но вот мидбасовая область, она чуть лучше прорабатывается с Альфой и Мьюзус 03. Вот такой вот просто визуальный пример. Не уверен я просто, что вы услышите это на записи, потому что, еще раз повторю, микрофон бюджетный. Но вот как визуальный пример пиков, это вот прям вот наглядно все видно. Вот, ну вот как-то так.